понедельник мы начали организацию и вчера закончили 4-е КПП на въезде в город. Вот, благодаря нашим, как мы говорим, активным гражданам, за последние так несколько дней мне на страничке несколько наших уважаемых горожан написали о том, что увеличилось движение по улице Матуринской, и там ездят машины с не нашими номерами, потому мы организовали там 4-й пост. Там также дежурит экипаж ДПС, ОМОН и волонтеры. Значит, пока мы сделали без медработников, значит, при необходимости медработник будет быстро привезен с Рыбинской, пока без него. Значит, сегодня ночью уже зафиксировали 4 машины, вот, не пущенные в город, которые ехали без необходимости. То же самое, камера, работа системы поток и контроль машин, которые въехали в область последние 36 часов. Все как везде. То есть сегодня в городе уже работает 4 КПП.